Йоу! Ого, ебать! Руки нормальные? Да. Дима Косовский влог! Всем привет! И сейчас мы снова в поезде, снова мы куда-то едем. А куда? А вы из названия, скорее всего, уже поняли. Вот так я всегда вожу свой велосипед, мне просто падло его разбирать. Я его вожу в тамбуре, в нерабочем тамбуре. И поехали дальше. Сейчас уже в Ивано-Франковске, отправляемся дальше. Йоу! Йей! Короче, вот теперь всем привет, сейчас в Буковеле, у меня хардтейл, дёрт, слики, плохо работающий только задний тормоз, и посмотрим, реально ли там выжить, или надо обязательно два тормоза. Вот такие вот дела. Сейчас мы поднимаемся на трассу, из защиты у меня только котелок и мои обычные линостопы, ой... Короче, голень, колено. Вот. И увидимся вверху. Дубай. Так, сейчас мы, короче, доезжаем на катки. Осторожно! Падение, падение. Да, Димон, завернулся. Подходите, отходите, отходите. Стой, 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 стой. Падение было. Все, нормально. Там упал. Да, по-моему. Руль вставить пятидушкой прошел. Шестик есть для русских? Да, есть. Сейчас. Два, я еду за тобой, мне не понравилось. Больно.
рассказывать, что сюда лучше не ехать, если ты не чипот. Ну, в принципе, на. Типа я мажорный, у меня я оператор. Типа так. А так нормально. А так нормально? В общем, сейчас мы поднимаемся уже на даунхильную трассу. Я откатал на 14-й трассе. Если вы были в Буковеле, вы знаете, где-то... Я катал с одним тормозом, с задним. Это дешевая механика HS MX4. В принципе, выжить можно. Я катал на сликах и на дерте. И не особо даже я тормаживался, кроме по прямой перед контрами. Так что я думал, не выживу, как я говорил в истории в Инстаграме, но выживаю вообще даже легко. И даже на даунхильной трассе только задний тормоз, в принципе, зарешал. Вот. Ну, без тормозов я, конечно, не хочу пробовать, но если у вас, допустим, нет денег на задний, на передний тормоз, но есть деньги на Буковель, что якось нелогично, то в принципе можно ехать. Но при условии, если у вас есть определенный скилл, хотя бы как у меня. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну да. В общем, ну поехали дальше катать. Изоленты. В общем, короче, подведу итоги спуска первой. Первой ДХ трассе на вот этом подъемнике. Это второй подъемник. Первая ДХ трасса, ДХ трейл на втором подъемнике. В общем, на хартеле, на сликах, в мокром лесу, по корням, только с задним тормозом. В принципе, проехать можно, если обладать чуть-чуть скиллом, таким как я. А? Скажи, не похвалы, не похвалишь. Ну да, не похвалы, не похвалишь. Да. В общем, сейчас мы поднимаемся на вторую трассу. Я не знаю, хватит ли у меня зарядки аккумулятора. Вот. И, в принципе, выжить можно. Но очень сложно. И особенно болят пальцы. Вот так. Так что поехали дальше.